Фонограмма! Камера! Хлопушка! Все, уходите, не будьте вам. Пошел, Леня! Так-так, молодец, дружочек! Уходи на камеру! Давай! Стоп! Володя, вот здесь пошире лучше. Ленечка, давай покурю. Еще дубль. Ленечка, все хорошо? Еще один дубль. А в чем дело? Надо. И голову не опускай, я тебя умоляю. Понял? Поехали. Зануда. Завтра проезжай, ну пожалуйста. Ну что, зайка, замерзла? Без света. А полимеры нужны завтра? Свободны. Так, приготовились. Сережа, фонограмма готова? Готова, Лев Андреевич. Смотри. Я всегда готова. Кино снимаю. Давай. Тихо, тихо, на площадке все. Я тогда завтра буду копировать. Ну да. Первым финишную прямую пересекает прославленный мастер Леонид Орешников. А что он за угол попал? А так, решил поосновать, ехать попросту. Рита, хлопушку. Шоу Орешников. 41, дубль 3. Леня, пошел! Погода уходит. Леня! Ребят, на дубль хватит? Метр 30 у нас еще есть. Спокойно, спокойно, Лев Андреевич, спокойно. Сейчас он приедет. Что, свалился там, что ли? Да не нервничайте, Лев Андреевич. Сейчас все будет в порядке. Сейчас он приедет. Вот там автограф раздает. У него там свидание. А вы ему завидуете. Нет, ну какие злые люди, а? Люди! Чего злые такие? Завидно. Так, а что мы здесь делаем? Смотрим. Я спрашиваю, что мы здесь делаем? Молодежь, освободите помещение! Как и стыдно! Позор! Так, ребята! Я прошу вас, освободите набережную. Здесь съемки идут, непонятно? Ну что же. Лев Андреевич, вы чего переживаете? Эстрадная шелупонь, нарциссы, плюньте. Выключай фонограмму. Нет, я уволюсь, я снимать не буду. Все. Ну, 10-то минут подождем. Время. Подождем. Кто у нас самый быстрый? Я. Толя Рюмин. Нет, я самый солидный. Толенька. Да. Не служба, а в дружбу. Ни в коем случае. Посмотри, что там с этим. Лев Андреевич, только для вас. Давай. Лев Андреевич, а может, у этого спросить? Уважаемый. Извините, уважаемый. Это вы мне? Да. Вы там не видели за углом молодого человека на велосипеде? Такого лохматого в бурнусе. В чем? Ну, в бурнусе, такой пестрый, хламите. Нет, нет, не заметил. Велосипед, по-моему, там валяется. Человека нет, нет, не заметил. Как это? Велосипед без велосипедиста, что ли? Что такое? Вон Толик идет. Нет его, Лев Андреевич. Укатил наш корифей. Как укатил? Вот так. А велосипед? Вот, на велосипеде укатил. Погоди, погоди. Мужик сейчас проходил, ты его да. встретил. Он да. сказал, что велосипед лежит на набережной. Да нет его там. Велосипеда? Нету.
А чего мужик говорил, что... Ну так, малохольный. Так, все, ребята, съемка окончена. Александр Сергеевич, на тебя опять телега пришла. Догадываешься, откуда? Представить не могу. Даже моей интуиции не хватает. Написал ее сам начальник ГАИ. Ну, не умею я ездить, Николай Николаевич, медленно. Ну, не могу, укачивает меня медленная езда. Ты певца Орешникова знаешь? Леонида. Значит, знаешь. Сегодня на пресс-конференции журналисты подняли вопрос об его исчезновении. Исчезновении? Он же певец. Может, после концерта человек выпил там, загулял, сейчас отсыпается. Может, у них так принято. Чем черт не шутит? А вдруг его похитили? Поклонницы. В общем, займись этим сегодня. Сейчас. Сам знаешь, у них жизнь начинается ночью, а там видно будет. Товарищ полковник, но ведь время... Журналисты народ дотошный. На следующей пресс-конференции спросят. Николай Николаевич, ведь мы у районного управления хлеб отбираем. Их дело. Генерал сказал поручить Панину. А какую резолюцию генерал изобразил на рапорте начальника ГАИ? Займись делом, Саш. Резолюцию потом почитаешь. Благодарю вас. Алло. Гражданин Никонов. А, Сашка. Валь, здорово. Что ты слышал об исчезновении Орешникова? Уже до милиции дошло. Но прохиндей. Умеет создавать себе рекламу. А ты думаешь, это розыгрыш? А ты считаешь, что его похитили фанаты? И разорвали на мелкие кусочки? Не вздумайте только всесоюзный розыск объявлять. Не будем, не будем. Однако его уже 2 дня нет. Ты помнишь... Год назад я снимал картину. Ну, парень из джаза, с Леней Орешником в главной роли. Помню, помню. Так мы его неделю не могли найти. Закрутился с любимой девушкой, жил у кого-то на даче. У вас есть очень нехорошая манера не отвечать на поставленный вопрос. Если серьезно, то я не знаю, что и сказать. Максимов написал докладную начальству. Отказался работать с Орешником. Но администратор картины на свой страх объехал несколько его знакомых. Тех, кого знал. Нет его там. Давай, прости. Саш, так ты действительно собираешься его искать? Это ты у нас свободный художник, а я занимаюсь тем, что мне поручили. Саша, он мог сесть на теплоход и уплыть по северным рекам. А может, загорает в Пицунде. Леня не предсказует. Валя, вот ты с ним работал. Что? Что это за тип? Что ты можешь вкратце о нем рассказать? Ну, если серьезно, то ничего. Кстати... Раз уж тебе так хочется. Хочется, хочется. Я завтра приглашен на одну дачу. Так. Тебе фамилия Ватагин. Ничего не говори? Постой, чтец, что ли? Ой, да это в прошлом. Сейчас Миша Ватагин пишет рассказы и сценки. А вот его жена... Ладно, завтра приедешь и сам все узнаешь. Со мной поедешь. Ну, там будут люди, близко знающие пропавшего кумира. А может, сам Леня Орешников будет? Да. Ну, пока. Договорились. Пока. Все-таки неудобно без приглашения. Что это?
Валь, только я тебя прошу о том... О том, что ты занимаешься поиском пропавшего кумира? Не-не. Валя. Лена, здравствуй. Ну, здравствуй. Позволь тебе представить, это тот человек, о котором я тебе говорил. Да? Только не-не. А где Мишель? Ну, где? Понятно, режет на кухне бутерброды. Как это ты, Валентин, догадался, что я бутерброды не занял? Здравствуй, Миша. Здравствуй. Знакомься, это мой школьный друг Александр Панин. Наш советский играем. Спасибо. Простите, наслышанный Валентин про вас такие сногсшибательные истории рассказывал. Ой, не верь, Саша, не верь. Ничего ему про тебя не рассказывал. А Михаил Андреевич у нас большой мастер розыгрыша. Ну ладно, ладно. Вы, ребята, тут распоряжайтесь, а я пока все-таки бутерброды дострогаю. Ты, Валентин, сторожил, помоги Елене занять гостей. Ну, а Мегре пусть музыкой займется. Заодно выясним, как у них там в милиции с музыкальной эрудицией. Экспромт. Проходите. Знакомьтесь. Александр Сергеевич Панин. Проходи, Саша. Проходи. Проходите, проходите. Привет. Александр Сергеевич, пожалуйста, сюда. Проходи. А, ну да, там помягче. Вот-вот, займись музыкой, а я тебе сейчас пришлю на помощь. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Наташа, вы меня совсем не слушаете, Наташа. Я себя понимаю. Про Леню Орешникова слышали? Слышал, конечно. Ты про него слышал, и его самого слышал. Ну и как он был? Хороший певец. Хороший ты просто средний. А Леня был гениальный. Почему был? Леню похитили рэкетиры. Слышали о таких? Я таких слышал. Доводилось. Да. Я тебя умоляю, пожалуйста, Наташа, ну, пожалуйста, сделай это для меня, пожалуйста. Ну, хорошо. Я попробую. Вы считаете все, что я говорю, несерьезно? У нас серьезный разговор. Да? 5 минут. Никаких 5 минут. Правила игры надо соблюдать. Найдите меня на телевидении. Угу. И на Ивана Печатникова. Хорошо. У Мишеля есть мои координаты. А сейчас мне пора. Чао. Чао. Я не понимаю, какие серьезные разговоры могут быть с сынкой Печатниковой. Признавайтесь. Это допрос? Да. Допрос с пристрастием. Ну, мы говорили... Мы говорили о Лене Орешникове. А, найдется. У Лени Орешникова есть такой хобби. Внезапно исчезать и внезапно появляться. У меня предложение. Кофе поедем пить ко мне, это недалеко. Смотря какой кофе. Гражданин следователь, уходим по-английски. Руки вверх. Поехали. Вот и приехали. Мы поступим так. Я поднимусь на 4-й этаж, оставлю дверь квартиры открытой. Квартира 45. Чего так сложно? Ну, там бабушка очень живет, любопытная. Может, спит, а может, нет. Ну, все.
Направо и наверх. Владимир Никитич, что вы можете рассказать о Леониде Орешникове? Кто такой Леонид Орешников? Леонид Николаевич Орешников, 1963 года рождения, служил в театре «Дом Орликинов» с марта 1981 года по апрель 1988 под руководством художественного руководителя театра В.Н. Данилкина. Капитан, я вам еще раз повторяю. С человеком, которого вы сейчас назвали, я никогда не был знаком и ничего о нем не знаю. Я не знаю о ваших отношениях с Орешниковым, но хочу предупредить. Показания вам все равно придется давать. И отвечать на мои вопросы тоже придется. Если не здесь, так на Литейном, в служебном кабинете. Человек пропал. Капитан, я вам еще раз повторяю. С человеком, которого вы сейчас назвали, я никогда не был знаком и ничего о нем не знаю. Да хватит вам дурака валять! Я к вам пришел по серьезному делу, а вы... А как с точки зрения законности, демократии? Допустимо ли следователю кричать? Во-первых, я не следователь. А во-вторых, в известном законе говорится, отказ свидетеля, отдача показаний карается в уголовном порядке. А я свидетель. Чему? Пропажа этого подонка Орешникова. Расстреляйте меня. Посадите. Я сейчас отвечать не буду. Знаете что? Приходите завтра на Литейный. Литейный 4. 10 часов утра. Вы разрешите мне поговорить с вашими артистами? Говорите. Не понимаю. Как же так? Ведь вы же вместе с ним работали, ездили на гастроли. И так ничего хорошего о нем вспомнить не можете. Мы говорим об Орешникове. Ни хорошего, ни плохого. Да откуда мы знаем? Он нам о себе и не рассказывал. Хм, как же так, девчонки? Что вы панихиду справляете? Все было окей. Пока он... Пока он что? Пока он нам кукиш не показал. Мы из-за него, подонка, на хлебе и воде сидели. Год. Зарплату не получали. Девочки, на сцену Владимир Никитич пришел. Извините. Начинаем с того же места, где остановились до перерыва. Так, пошли по кругу. Раз, два, три. Раз, два, три. Катя, Яна, не зевай. Раз, два, три. Раз, два, три. Приходим. Извините, на свои не подскажете, где мне найти Татьяну Данилкину? Кого? Жену Глафрежа, актрису вашего театра. Сейчас ее в театре нет. Приболел и час назад увезли. Домой. Так, Лена, первый раз, два, три. Катя пошла, не торопись. Раз, два, три. Яна. Так, простите, а вы... Вы не работали с Орешником? Нет, вообще-то работал, но мало с ним общался. Так, Катя пойдет первая. За ней пойдет Яна. А вы кем здесь работаете? Помощник главного режиссера Курносов. А вот с Данилкиной, что с ним произошло? Что-то серьезное? Нет, по-моему, ничего серьезного.
Уже на день рождения, приехал пораньше, постоял за тортом. Может, зайдем? Я сегодня без обеда. Да, давайте, я тоже. Это вернулся. Он ведь тоже у нас певец. Джази у Бантера. Владимир Бабкин. Раньше он тоже был Орешниковым, но после того, как Леонид пошел в гору, он взял фамилию матери и стал Бабкиным. Да и правильно. Двух Орешниковых в одном Питере многовато. Виля Николаевич, я вас правильно понял. Вы думаете, что Данилкин мог похитить Леонида со съемочной площадки? Мог. И? Да-да, мог. Похитить с площадки и утопить в зимней канавке. Или ее зарыть где-нибудь. Вы это серьезно? Вполне. Такой человек на грани фантастики. А вы думаете, ему легко жить с Татьяной, зная о ее отношениях с Леонидом? Что ж, он ее не выгонит куда-нибудь, чертовой матери, не разведется. Хм. Тогда наш театр рухнет окончательно. После Лениного ухода мы выкарабкались благодаря Татьяне, она прекрасная актриса. А вы говорите прогнать. Вам Орешников никогда не говорил о рэкете. Рэкетиры преследуют известного певца? А разве это возможно? А разве возможно, чтобы известного певца подстерегал за углом с ножом режиссер? Только не с ножом, а с пистолетом. У Данилкина есть пистолет. Откуда я знаю? Толчем воду в ступе. Ничего не толчем. Данилкин способен на все. Оставьте мне свой телефон. Прошу. Как у вас отношения с ГАИ? Хорошие? Очень хорошие. Я им пол зарплаты в месяц отваливаю. Кстати, у вас помочь не можете? Помогу, когда права отберут. До свидания. Разрешите? Входи. Товарищ полковник, созвонился я с Инной Печатниковой. В первой половине дня у нее съемки, так что мы договорились встретиться вечером. Не в кафе? Нет, не в кафе. На студии. А она директор какой картины? Не той, что снимают об Орешникове? Нет, она просто директор картины. Ну, какой-то другой. Должность такая, директор картины. Угу. Ты не думаешь, что Орешникова сбила машина? Шофер испугался, увез труп и закопал где-нибудь. Я справлялся. Во время съемки третьего дубля никакой машины там не было. Оттуда не видно. Вот именно, там поворот на набережной. Попробуй найти свидетеля, который видел велосипед. Хорошо бы найти и сам велосипед, но... Но для этого нужно обшарить все дно канала, а мне бы помощника. Митя Сомов с тобой работает? Если бы. Митя Сомов говорит, у него своих дел не в проворот. Одного певучего болтуса два сыщика будут разыскивать. Чуть что случится в милицию. Остановите, задержите, разыщите. Певец пропал, международные гастроли. Ну ладно, возьми Митю маленького. Здравствуйте. Я могу поговорить с Львом Андреевичем? Я у телефона. Угу. Скажите, ваш фильм с Леонидом Орешниковым еще не готов? Извините, а с кем я разговариваю? Это капитан Панин из уголовного розыска. Извините, я не представился. Так что, не готов? Здравствуйте. Нет, еще не готов. Мне нужно его сдавать через месяц. Проезд по набережной получился?
Все получилось вполне прилично. Как бы ни вели себя звезды, а фильмы-то нужно сдавать в срок. Когда можно это сделать? Что сделать, посмотреть? Да. Ну, вы хотите посмотреть его в монтажной или в зале? Да все равно. Лишь бы в нужный момент можно было остановить изображение. Ну, значит, монтажный. Ну, что тогда? Приезжайте сюда на студию. Когда? Скажем, часам к двум. Я вас встречу. Годится так? Годится. Спасибо. Жду. Всего хорошего. Ну, вот видишь, все и удалось. Ладно. Начальство решило отрядить вас, дорогой коллега, на помощь доблестному капитану Панину. Бардзо, разумеете? Да у меня у самого дел не проворот. Во всех дел, голубчик, не переделаешь. А вернуть фанатам их кумира, это значит восстановить спокойствие в родном городе. Ну, раз надо, значит надо. Всегда рад помочь зашившемуся товарищу. Для начала переговоришь с одной дамочкой. Зовут ее Инна Печатникова. Вы из милиции? Так точно. Здравствуйте. Инна Ивановна Печатникова. Очень приятно. Это вы директор картины? У вас ко мне вопросы. Да, Инна Ивановна. Это я звонил вам по телефону. Тогда за мной. Ха, вот уж ни сном, ни духом не подозревала, что этот симпатичный милиционер на вечеринке занимается Лёей Орешниковым. Садитесь. Спасибо. Он что, туда специально приходил? Шпионить? Ну что вы, режиссер Никонов близкий друг капитана. Да и Орешниковым занимается не он, а я. Очень убедительно. Спрашивайте. Вы позволите, я запротоколирую ваши показания? Допрос, значит. Дознание. Заходите, Александр Сергеевич. Здравствуйте, девушки. Привет, привет. Вот эта очаровательная женщина, наш монтажер. Светлана Яковлевна Цветкова. Здравствуйте. А это мой ассистент Рита Складцова. Здесь можно поесть? Да, пожалуйста. Проходите, присаживайтесь. Ну что, с чего начнем, Лёва? Александр Сергеевич, что вас интересует? Меня интересует весь материал, отснятый на набережной. А с чего начать, решайте сами. Ладно, матушка, не вздыхай. Устанем, прервемся, кофейку попьем. Запускайся. Вот ведь проклятие. Не заставь я его этот третий дубль с проездом сделать, все бы обошлось. Первые два дубля он не заезжал за оба. Останавливался, разворачивался и ехал на камеру. Как же вы теперь без него озвучивать будете? Ну, фонограмма-то готова. А в фильме он не разговаривает. Ну, не убили же его в конце концов, рядом со съемочной площадкой. Он бы и крикнул в случае опасности. Мог не успеть крикнуть. Машина могла сбить. Какая машина, Александр Сергеевич? Он у всей съемочной группы был на виду. Он успел заехать за угол. Стоп, стоп, стоп. Это кто? Это Покрутка. То есть? Когда заряжают новую пленку, то прокручивают. Или когда нужно добить старую, прокручивают, снимают, что попало. А-а-а. Светлана Яковлевна. Яковлевна, нельзя ли напечатать вот этих вот ребят? Хорошо.
Орешников мужик от Господа Бога. Когда вы слышали его разговор с рэкетирами? Для вас ведь точность важна. Хотелось бы. Мы снимали его концерты в юбилейном 13 и 14 сентября. Эти мужики пришли 14-го. Перед концертом Леня сидел в гримерной, а я за перегородкой писала ведомость на зарплату. Гримерша куда-то вышла, тут-то они и появились. А сколько их было? Наверное, двое. Я слышала, разговаривали двое. Угу. Леня как заорал, что надо, не видите, занят. Он мужик вспыльчивый. Угу. А мы из тебя ремней нарежем, говорит один. А другой, заткнись, сурик, там никого нет. Но это про комнату, где я сидела. Не знаю, что мне в голову взбрело, я так с кресла сползла и под гримерный столик. Слышу, первый говорит, пусто. Ну, меня не заметил. А что значит сурик? Это такое прозвище? Не знаю. А вы могли бы опознать голоса этих людей? Конечно. У меня абсолютный слух. Ознакомьтесь, пожалуйста. Угу. Складно. Надо подписать? Хотелось бы. Здесь остановите, пожалуйста. Стоп, 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 стоп. Вы не обратили внимания на эту машину? Обратил. Крикнул «стоп». Она случайно заехала. Ага. Извините. Если увеличить изображение, как вы думаете, номер можно будет различить? Не знаю. Не забудьте этот напечатать. Хорошо. Спасибо. Дальше. А может, прервемся минут на 15? Мне надо домой позвонить. Александр Сергеевич, не возражаете? Мы пока кофейку попьем, а? Хорошо. Пойдемте? Идешь с нами? Нет, я здесь побуду, ладно? Ну, хорошо. Мы скоро. Пока. Присаживайтесь. Илюшенька, здравствуй. О, Левушка, здорово. Возьми два кофе, я спешу, да? Пару? Да. Илюшка, два чуть-чуть. Возьми руки. Да, ставь. Еще ладно, возьмем, хорошо? Ага. Извините. Спасибо, спасибо. Дачу. Илюшка, потом. Прошу. А как же принцип социальной справедливости? Ну, мы же с вами торопимся, правда? И не ради своего удовольствия. И потом, вот, например, Леня Орешников. Смешно было бы везде заставлять его стоять в очередях. Когда бы он концертировал, снимался, репетировал. Кто бы от этого был в накладе, Александр Сергеевич? Лев Андреевич, давайте поподробнее об Орешникове. Александр Сергеевич, вы даже и не подозреваете, какой вы сложный вопрос мне задаете. Очень трудный. Такой сложный человек, Орешников? Да какой он сложный? Он как раз человек простой, открытый, даже добрый. Но характер... С Леней Орешниковым трудно. Я даже не о себе говорю, всем трудно. Если трудно, может быть, и интересно? Да не знаю, мне давно уже не интересно. К его бы голосу немножко такта и скромности. Видите, сколько интересного я вам наговорил? Лев Андреевич. Что такое? Светлану Яковлевну срочно вызвали домой. Как? А вам она просила передать, что все приготовит завтра. Подожди меня, ладно? Ну что тогда? До завтра? Спасибо за кофе.
Ну что вы. О, я не понял тебя, Лева. Что случилось? Подожди. Одну минутку, Александр Сергеевич. А что ты без меня материал смотрел? Во-первых, остынь, во-вторых, познакомься. Это Александр Сергеевич Панин с Литейного 4. Это наш оператор. Мартынов, оператор-постановщик. Что случилось? Что, ты с луны свалился, что ли? Ты не знаешь, что Леонид Решников пропал, Александр Сергеевич его ищет. Сейчас он отобрал несколько кадров, и завтра к концу дня Света ему их подготовит. А сейчас она заленилась, да? Коля, ты посмотри на часы, а? Могут быть незамужние женщины и срочные дела. Я понял, тут она меня в вестибюле чуть с ног не сбила. Николай, у меня к вам один вопрос. У вас нет обыкновения на съемочной площадке снимать, как это мы называли, прокрутка? Прокрутка. Ну, несколько кадров, что-то для себя. А, нет, это не тот случай, что вы. Ну я понял, вы хотели узнать, что произошло, перед тем, как он исчез. Сейчас подумаю. О, точно же есть. Что? Вот перед тем, как мы собрались снимать третий дубль, уже обстановка, знаете, накалилась, Леня долго не появлялся, Лева нервничал. Я уже приготовился снимать, и вдруг появился какой-то мужик из-за угла. Ну, я просто автоматически нажал на пуск. А потом сразу остановился, потому что понял, что мужик-то чужой. Вы сняли этого человека? Ты что, снял того мужика? Ну, того, не того, я... Надо проявить пленку. Коля, у меня к вам одна просьба. У вас как появится свободное время? Да я понял. Ладно, я отыщу. Завтра отдам утром. Александр Сергеевич, у меня было полное ощущение, что этот человек шел, как обычно, как на службу ходит. А это мы посмотрим. Кажись, что-то есть. Эй, капитан! Смотри, что. Антиквариат. А что у тебя с начальником ГАИ? За что он тебя не залюбил-то? За скорость. Можно подумать, я на свидание к девице не буду. О, чайник. Ага. Ну-ка, давай с этого борта. О, тихо. Что-то тяжелое попалось, смотри. Стоп. Пальчик умил, мизинчик умил, голубчик. Отведи немного. Руками пока ничего. Ну, еще. О. Попался. Ты здесь, Миш? Лекарство от простуды. О. Да ну что ты, капитан? Спасибо большое. Да ну, вот, держи. Докладываю. Механических повреждений и следов наезда не обнаружено. Знакомых пальчиков не оказалось. А чей велосипед ты, Дим, выяснил? Его самого. Большой любитель этого дела. Какой-то голос у тебя солидный. Ты что, не один? А тебя вот тут дама ждет. Назначаешь свидание, а сам опаздываешь. Данилкина? А, черт. Сейчас буду. Извинись и займи ее светским разговором. Слушаюсь. Татьяна Васильевна, предметом нашего разговора будет Леонид Орешников. У вас нет предположений, где он может находиться?
Я не знаю, что и думать об этом. Наш помреж считает, что Леню убили, а муж говорит, ерунда. А что думаете вы? Ну, у меня такое ощущение, что Леня жив. Но у вас нет предположений, где же все-таки он может находиться? Нет, у меня нет никаких предположений, с ним что-то случилось, но он жив, правда. Может, он уехал куда? Купил билет, уехал. Вам ничего не сказал? Или сказал? Вы знаете про наши отношения? Ну, конечно, столько доброхотов вокруг. Но есть и хорошие люди. Правда, вы знаете, Наташа, она очень хорошая женщина. Но то, что произошло позавчера у Ватагиных, это недоразумение. Она очень хорошая. Это я во всем виновата. Ну, так получилось. Меня привезли к Ватагиным сразу после спектакля. Елена Викторовна отвела меня в кухню и сказала, что один гость из милиции занимается розыском Лени. Я попросила Наташу увести вас. Вы знаете, Наташа очень хорошая женщина и хочет видеть вас. Извините. Но просто боится. Правда. Что было, то было. Это... Но вы не ответили мне на мой вопрос. Нет, Леня никуда уезжать не собирался. Я бы об этом знала. Не на один день. Расскажите мне о его друзьях, о том, как он проводил свободное время. Да друзей у него нет. И свободного времени тоже. Вы знаете, когда он начинал, то было много друзей в консерватории. Школьные товарищи. Я знаю, вы были в театре. Там вам могли сказать много плохого о Лене. Но вы не верьте. Его у нас очень любили. Правда. Почему вы молчите? Я вас очень внимательно слушаю. Правда. Вы знаете, у Лени были друзья. Настоящие друзья, а не товарищи. Он с ними много времени проводил. Любил застолья, парилки на целый день. И кто из этих настоящих друзей остался? Если по большому счету, то никого. Но это я так думаю. А Леня думает по-другому. Он считает, что у него по-прежнему много друзей. Звонит им и обижается, когда нет ответных звонков. Вы можете назвать этих людей? Да. Коля Орлик из мюзик-холла. Андрей Кокарев из политехнического. Докторскую недавно защитил. Еще Леня был очень дружен с моим мужем. Ну, когда произошел этот несчастный случай. Простите? Ну, я не знаю, или счастливый для нас с Леней. Леонид никогда не говорил вам, что ему угрожали рэкетиры? Угрожали? Да, месяца два назад какие-то люди требовали, чтобы он отдавал часть своих заработков от концертов. Боже мой, Александр Сергеевич, неужели это правда? Правда. Он не говорил, наверное, не хотел волновать. Да, это на него похоже. А знаете, недели две тому назад к нему в квартиру залезли воры и украли видеотехнику и все кассеты, 20 штук. Когда точно произошла кража? Какого числа? Нет, я точно не помню. Леня уезжал в Москву. Угу. Это были субботы и воскресенья. У него были концерты в Лужниках. Вот в эти дни воры и забрались в квартиру. А пропажи заявляли? Я точно не знаю. Произошло что-то такое непонятное для меня. Я встретила Леню на Московском вокзале. Он был такой веселый. Ну, концерты прошли хорошо, и когда мы ехали к нему домой, он все шутил, смеялся и мешал мне вести машину. У вас машина? Да нет, чужая. Его двоюродного брата. Тоже Орешников? Нет, его фамилия Бабкин. Он давал мне ключи, когда надо встретить Леню или
когда мы ехали к нему на дачу. Ну, так вот, поднялись в квартиру, а там сюрприз. Видик и телевизор украли. Леня был очень рассержен, расстроен. Он ведь очень наивный. Правда? Он считает, что если его любит молодежь, рокеры, то и в квартиру к нему никто не полезет. Даже сигнализацию не проводил. И вот залезли. Вы никогда не слышали от него фамилии Суриков? Или клички Сурик? Нет, таких знакомых у Лени нет. И у меня тоже. Что вы можете сказать о Курносове? Ничего плохого. И ничего хорошего. Как он относится к вашему мужу? Очень хорошо. У Велена Николаевича со всеми хорошие отношения в театре. И с Орешниковым? Не знаю. Где Леонид покупал видеоаппаратуру? Телевизор в Березке. А Видик привез из Японии. А кассеты? Часть привозил, часть ему Курноса записывал. Он многим записывает и берет недорого. Большое вам спасибо. Спасибо. Вы не будете возражать, если мы с вами встретимся, и я задам вам еще несколько вопросов, если понадобится. Нет, нет, конечно. Только, пожалуйста, не присылайте мне повестку домой. Я сейчас живу у подруги, у Наташи Белоноговой. У нее есть телефон. Всего доброго. Спасибо. Здорово, Вася. Привет. Не замерз? Не замерз. Опять нарушаешь? Ну, больше не буду. Ага. Тут недалеко финнов потрошат. Смотались бы? Мы же смотаемся. А сам-то что? Сам не могу. Дело время. У всех дела. Одни мы без денег. День добрый. Здрасте. Капитан Панин, Главное управление. А, звонили. Здравствуйте, капитан. Младший лейтенант Никитин, Евгений. Александр Сергеевич. Что в миноре, чем озадачен? Состояние преступности на участке, товарищ капитан. Разрешите? Я тут один оперуполномоченный на весь участок. Отдел? Кражу, рэкет. А вчера пытались угнать Волгу у проезжего москвича. Москвича, это серьезно. А что вы думали? Москвич-то оказался консультант из МВД России. Приказал уголовное дело завести. Ну что, едем? Поехали. Да, что с понятыми? Ждут на соседней даче. Соседи. Здесь куда? Так, здесь налево. Женя, а кто сообщил, что на даче обнаружена аппаратура Орешникова? Сам хозяин дачи сообщил. Бабкин. Двоюродный брат Орешников. Угу. Налево. Когда он звонил? Позавчера. Кстати, быстро отреагировали. Ага, приехали. Здесь? Угу. Дверь открыта, хозяин ждет. Прошу. Меня зовут Владимир Алексеевич. Александр Сергеевич, юношу зовут Женя. Евгений Петрович. Так где же таинственным образом попавшая к вам техника? Ну, почему же таинственно? Я уже звонил по телефону, пока я был на гастролях, Леня привез аппаратуру.
А вот зачем? И где она? Нас обыватели запугали. Приходится заботиться о самосохранении. Об этом тайнике знал только я, моя жена ныне покойная и братец Леня. Пожалуйста. Это его техника, вы уверены? Уверен. Не так часто у нас в Союзе можно встретить Сони с хрустальным стеклом. Да и о чем говорить. Я много раз видел эту технику у Лени и сам неоднократно пользовался ей. Когда открывали в первый раз, может, там записка какая была? Нет. Странно. Странно, что привез технику. А писать записки не в Лениных правилах. При встрече объяснил бы. Похоже, встреча-то откладывается. Ну, что стоишь? Давай зови своих понятых. Минутку. Будем пальцы снимать. Понятых? Что? Не хотелось бы, знаете. Тайник все-таки. Чужие люди. Да это ваши соседи утешивают. Тем более. У них внуков целый выводок. А давайте сделаем так. Аппаратуру вынесем сюда, а человечек закроем. Ведь ничего же не нарушится. Да, а почему бы не вытащить? Составим протокол об изъятии из тайника. А отпечатки потом будем с понятыми проявлять. Ну, идя навстречу пожеланиям трудящихся. Благодарю вас. Так. Осторожней. Владимир Алексеевич. Да? А как Леонид в ваше отсутствие мог попасть на дачу? У него есть ключи. Значит, он может приехать сюда, когда захочет? Ну да. Или когда есть компания. Да может, он просто рассказал своим друзьям, где находится ваш тайник. Вы хотите сказать подругам? Нет, у Леонида достаточно грехов, но слово его можно верить. А то, что он приезжает с дамами, я в этом не вижу ничего плохого. Тем более, что женщина у Лени экстра-класса. А вы сами-то когда с гастролей вернулись? Позавчера. А на дачу когда приехали? Ага. Вопрос понят. Вы думаете, не жил ли все это время Леня на даче? Мне тоже приходила такая мысль. Погодите, не запирайте. Пожалуйста. И что? Но позавчера вечером махнул на дачу, но никаких следов Лениного присутствия не обнаружил. Вот кроме имущества. А откуда такая уверенность? Капитан, когда такой человек, как Леня, приезжает с женщиной... То остаются следы невосполнимого урона припасам, да? Да? Ну, бывает такое, но чаще наоборот. Он привозит такое количество еды и напитков, что хватило бы на неделю. А убегает через день. Будь любезны. Но в этот раз наш кумир, очевидно, очень спешил. Привез технику и назад. Даже банки пива не выпил. А вот и наши понятые. Владимир Николаевич Утешев, его супруга Матильда Викторовна. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Пожалуйста, встаньте так, чтобы вам была видна аппаратура. Значит, его до сих пор не нашли? А я хотела спросить у Владимира Алексеевича, да постеснялась. А, брат держал аппаратуру в распакованной. Ну, естественно, уже 2 года как обрахлился. Жень, с упаковки-то пальчики не очень хороши будут. С упаковки не надо, снимай содержимого, с аппаратуры. Что у тебя в чемодане творится? Да у нас один на все отделение. Пользоваться как бог на духу положит. Я однажды в этой кейсе лифчик нашел. Чей? Не признались. Продолжаем. А мы с вами пойдемте, Владимир Алексеевич, побеседуем, воздухом подышим. Пойдемте. Жень, как закончишь, скажешь. Угу. Как вы себе представляете эту операцию? Какую операцию? Ну, по доставке видеотехники. Вы, наверное, не видали Леньку на концерте. Рост 190, выносливость, как у тигра, да еще в таком темпе.
Да и потом-то на нашем рубине можно пупок развязать. Они там умеют делать. Они умеют. Александр Сергеевич, сделано. Ну что ж, придется нам, товарищу Бабкину, еще одну неприятность доставить. Замок? Капитан, капитан. Подождите, капитан. Я читаю детективные романы. Я знаю, что если открывать отмычкой, остаются царапины. Но у Лени такие же ключи, как у меня. Вот, родственники, сделаны по заказу. Нам замок нужен всего на несколько часов. Но если хотите, вот лейтенант подежурит это время. Ну, вообще-то я здесь еще побуду. Но, откровенно говоря, мне бы не хотелось оставаться на ночь с незакрытой дверью. Сейчас половина второго. Ровно в 6 замок будет у вас. Договорились? Ну что ж. Скажите, у Леонида нет своей дачи? Нет. Тетушка стара, а дача Лёни совершенно противопоказана. Она бы у него рухнула через полгода. Абсолютно не приспособленность к хозяйству. Но мы с вами остановились на том, что для перевозки аппаратуры нужна машина. Да. Таксопарки мы проверим. Но ведь он мог взять левака, мог попросить друзей. Да, друзья могли подвезти. Но мне бы сообщили. Не сообщали? Нет. Круг наших знакомых не очень широк. А в то время, когда вы были на гастролях, Леонид не пользовался вашей машиной? Нет. А чего? Он... Дал зарок? Ну, не то чтобы зарок, но дал слово, что за руль машины не будет садиться. Это ведь его машина. Я езжу по доверенности. Протокол мы подписали, все в порядке. Ну, вы правильно сделали, ваша подпись. Желаю вам удачи. Да, Владимир Алексеевич, теперь вы приложите ручку, и мы поедем. Вы бы хоть пробежали. Я читаю с листа. Всего доброго, спасибо. Да-да. До свидания. Всего доброго. До свидания. Да, пожиже, братец, ты пожиже. А ты что, слышал, как Бабкин поет? Бабкин поет, как все. А Леонид? Ты меня не пугай. Уж ты не как фанат его. Да, я фанат Орешникова. К милиции-то подвозить не надо, я прям тут на дороге выйду. Капитан, мы так не договаривались. Меня ж там обиженные обобранные ждут. Я тебя реквизирую на время. Сиди, не чирикай, фанат. А черт. Опа. Что случилось? Прокол. Прокол? Закрой, закрой дверь. Скажи мне, на чем артист Ленкоцета Бабкин приехал к себе на дачу? На электричке. Машин не было вокруг дачи. А откуда следы протекторов на песке? Трава примята. Значит, раньше ездил на машине, а сегодня приехал на электричке. У тебя что, машина не ломается? Она у меня всегда сломана. Но он приехал на дачу 2 дня назад, а до этого был на гастролях. Откуда следы? А чего ты заботился его машиной? Идей, что ли, есть? Чёртова колесница. Надо проверить, что у него за машина. Какая модель? Что за цвет? Я любопытный. Капитан, я тебе завтра доложу. Капитан!
Не выходи из машины. Матильда Викторовна. Ой, что же это вы за забором стоите? Может, зайдете чайку попить? А то ведь соседушка вас ничем не попотчевал. Виданное ли дело, а? Столько времени на него потратили. Матильда Викторовна, у меня к вам очень серьезный вопрос. Деликатного свойства. Да. Это останется между нами. Скажите мне, пожалуйста, где ваш сосед Владимир Сеевич держит машину? Свою машину. Машину куда ставит? Да, около дачи обычно. А вчера попросил поставить к нам. Ну, в гости уходил, беспокоился. Ну, сейчас это стекла, что ли, вынимают, да, колеса откручивают. Ну, а наши ребята в отпуск уехали. Да гараж свободный. А вы что-то еще хотите спросить? С вашего позволения, еще маленький вопросик. Несколько дней назад к нему на дачу привезли аппаратуру. Ну, ту, что мы сегодня осматривали. Вы не видели, кто ее привез? Нет, не видела. Нет. Смотрите, лес у нас какой. И не углядишь, и не услышишь. А, ветерок с залива все время волнуется. Всего доброго. До свидания. Всего хорошего. Светлана Яковлевна, добрый день. Это Панин. Нет, я уже здесь. Я звоню напротив из автомата. Да, хорошо. Нет, спасибо. Если вам что-то понадобится, позвоните мне. Размножим этот портретик и отправишься на канал. Там обойдешь ближайшее ПРЭО и зайдешь в отделение милиции. Угу. Если никто не опознает, придется пройтись по квартирам. Угу. Резко слабоват. Оригинал бы хорошо же добыть. А? Его фамилию. И домашний адрес. Это я. Да. Да, я передала все материалы. Да, и мужика тоже. Не кричи. Не кричи. Это сказал наш оператор Коля Мартынов. Да. Да, хорошо, ладно. Хорошо. Угу. Пока.
Не понял. Я думал, она сегодня придет. Рабочий день. Да, но она вкалывала без выходных. Нужно было склеить картину хотя бы в черне. Герой-то исчез. Момент. Ага. Клечик. Сейчас сами посмотрим. Заходите, сейчас посмотрим. О, странно, картиночка пустая. Одни рекорды. Так, наверное, в другом месте. По коробке. Коробка. Не, не трогайте. Это у нас рабочий материал. А здесь? Это дубли. Ну, значит, Светочка перед голыми решила почистить перышки и все, выбросила. А куда выбрасывают? Сворачивают такой большой рулон, 300 метров. Вызывают рабочего, он уносит. А он куда уносит? На переработку, Александр Сергеевич. Смывают и извлекают серебро. Наверное, уже извлекли. Наверное. Нет, наверняка она эту пленку с мужиком выбросила. А вам-то зачем? У вас же фотографии есть. Эх, не нравится мне все это. Я думаю, те люди, что похитили Орешникова. Ну-ка они вспомнят про того мужика с портфелем, ну, свидетеля. И сейчас идут по тем же следам, что и мы, а? Вопрос только, кто идет впереди. Что-нибудь новенькое? На, пирожков тебе. Я только что перекусил в гостинице. Их там хорошие, а пирожки завалящие были, как камень, даже не понял, что. Ух, с ними с пирожками, эти-то горячие. Что у тебя новенького, ты мне расскажешь? Что участковый? Участковый в отпуске, опорный пункт на замке, все в лучших традициях. Да. Хорошо. А пойдем сами эти несколько домов. Завтра я скажу ребятам, оставить дело. Ну, ступай в эти два, а я сюда. Ладно. Марья Васильевна. Нет таких. Молодой человек, подождите. Молодой человек, остановитесь. Не надо звать, я сам из милиции. Откройте, пожалуйста, очень срочное дело. Вот завтра и приходите. Завтра поздно будет, открой... А, буквально два слова, откройте, пожалуйста. Ну что, ну говорите два слова. Здрасте. Здрасте. Я вам сейчас фотографии покажу. Какие фотографии? Так вы взгляните сначала.
Знаете этого человека? Да я его знаю. Это же Бубликов. Да, это Бубликов. Константин Демьянович, жилец нашей лестницы, вот там живет. Мы с ним одной комиссии по гуманитарной помощи. А он дома сейчас? Нет, его сейчас нет. Он уехал куда-то, по-моему, под Псков. А скажите, вот сейчас вот никто не приходил, не спрашивал его фотографию, не показывал? Вы знаете, только что звонил какой-то охламон, и он спрашивал Марью Васильевну. А вас как зовут? Меня зовут Вера Степановна Хомякова. Очень приятно, Вера Степановна. Очень приятно. Вы не знаете точного его адреса, где этот сосед, куда он уехал, в Обликов? Значит так, Невельский район, деревня... Опухлики, вот. Опухлики. Понятно. Вера Степановна, спасибо. Хочу вас предупредить. Кто бы ни пришел к вам расспрашивать про этого Вобликова, никому не говорите ни слова. Даже если в милицейской форме придут, ничего не рассказывайте. Ну, а хорошо. Если все же, в крайнем случае, попробуйте задержать его, попросите подождать и позвоните вот по этому... Вот по этому телефону. Ну хорошо, я сделаю, как вы говорите. Только вы знаете, молодой человек, вот тут расспрашивали, понаговорили, а документы, между прочим, еще не предъявили. Извините, пожалуйста. Угу. Теперь все в ажуре. Запомнили, да? Угу. Пока. Извините, вы здесь живете? Да. А что? Вас никто не спрашивал об этом человеке? Он ведь, кажется, в этом подъезде живет. Вот те раз. А вы что, тоже из общества милосердия? Почему? Как почему? Минут 15 назад какой-то парень эту же фотографию показывал. Говорил, что этому мужику какая-то помощь полагается. А найти не могут. Найдем, найдем, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Бог в помощь. Здравствуйте. Младший оперуполномоченный уголовного розыска Никитин из Санкт-Петербурга. Что-то на стройке случилось? На стройке? Нет, я к вам по другому делу. Константин Демьянович, 28 сентября утром вы уезжали из Петербурга. Или ошибаюсь? Нет, 28-го. Все правильно. Может быть, присядем? Можно и присесть. Вы должны нам помочь. Ох, и побегали мы вас разыскивая. Сейчас я заполню бланк и поговорим подробно. О чем говорить? Может, и бумага ваша будет ни к чему. О том, что вы видели в то утро. Так. Вобликов Константин Демьянович. 1929 года, русский. Из партии вышел. Не судился, не привлекался. Вы мне лучше скажите, зачем такую дорогу отмахали за казенный счет? Константин Демьянович, 28 сентября, утром, выйдя из дому, вы пошли по набережной. Так? Так. На набережную вы вышли из угла. Сюрприз. Похоже, что я. Вы, Константин Демьянович. Там как раз снимали фильм, и вы случайно оказались в кадре. Вот вы оглядываетесь. А потом поворачиваюсь лицом к аппарату. Вы видели съемочную группу? Заметил, стояли табором.
А что вы заметили до того, как увидели съемочную группу? Было рано, на улицах пусто. Я торопился, по сторонам не оглядывался. Как, и вы ничего не видели там, за углом? Ничего. Но вас даже спросили, режиссер вас спросил, не видели ли вы актера на велосипеде? И вы ответили, актера не видел, а велосипед на асфальте лежит. Вас как зовут, молодой человек? Евгений Петрович. Так вот, Евгений Петрович. У вас в чемоданчике магнитофон? Да что вы. Нет там никакого магнитофона. Мы просто запишем ваши показания на бумагу и все. Покажите. Вы мне не верите? Покажите, покажите. Как видите, никаких магнитофонов. У вас прекрасная зрительная память. Давайте поподробнее. Вспомните, что конкретно эпизод за эпизодом происходило в тот съемочный день. Когда снимаешь дубль за дублем, все так привычно, все так рутинно. Но, Александр Сергеевич, вы намекните нам, чего бы вы от нас хотели. Намекаю. Ну, из посторонних никто к нему не подходил. Там на площадке толкалась какая-то пара. Молодежь. Глазели, но к Лене они не подходили. Тем более, что Леня сел сразу на велосипед и укатил. Значит, никто. Ну, посудите сами. Дважды вы снимаете один и тот же эпизод. Делаете два дубля. Третьего могло не быть, правильно? Так. Дважды Орешников не уезжает за угол на набережной, а остается в поле зрения. Почему третий раз он не остановился, а уехал дальше? Да Орешников даже одну и ту же песню никогда одинаково не исполняет. Это же Леня. Это его стиль. Один раз доехал до угла, второй раз заехал за угол. Третий? Ну, третий. А что тут особенного? Действовал спонтанно. Ждали его за углом тоже спонтанно. Ведь вы, Лев Андреевич, сами говорили мне, что третьего дубля могло не быть. Говорили? Говорил. Ну так как? У вас третий дубль родился тоже спонтанно? А что вы имеете в виду? Я хочу сказать, что между вторым и третьим дублями Леониду могли передать записку и сказать на словах, что кто-то его ждет за углом. Хорошо звучит, за углом. Это одна версия. Вторая. Он действительно, как вы утверждаете, спонтанно завернул за угол и стал свидетелем преступления. Может быть, даже кинулся кого-то защищать. Последнее, третье, он попал под машину. Тогда, кстати, понятно, почему до сих пор не предъявлено требование о выкупе. А вы знаете, ребята, если Леньку похитили с целью получения выкупа, то они не зря тянут. У него же через 5 дней гастроли. Да, 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 да. Германия, Швейцария, Бельгия. 2 месяца. Вы представляете себе сумму контракта? А сумму неустойки, если Ленька не поедет? Они просто все рассчитали, эти сучьи дети. За день, за два они предъявят ультиматум. Наши, безусловно, все заплатят, потому что рэкетерам-то платить рублями, а неустойку в валюте. Логично? Так вот, Евгений Петрович, ничего и никого на улице я не видел. Да, ко мне кто-то подходил с вопросом, но рассеянности я даже не понял его. И про велосипед я ничего не говорил. Не видел я велосипеда. Константин Миланович, обратите внимание на фото. Куда вы смотрите? Наверное, оглянулся на свой дом. Я ведь на месяц уезжал. Константин Демьянович, я, наверное, допустил ошибку, что не посвятил вас во все подробности. В то утро на набережной канала, в то самое время, когда там находились вы, совершено опасное преступление. Похищен или убит известный певец Леонид Орешников. Вы, конечно, слышали о нем? Нет. Все эти крикуны для меня на одно лицо. Ну что ж, кому попа, кому попадя. Только эти крикуны, как вы выражаетесь, люди. И похищение человека – это опасное преступление. Константин Демьянович. Константин Демьянович.
Да что вы мне прописи читаете? Да не прописи я вам читаю. Не прописи. Я хочу, чтобы вы поняли, от вас зависит, спасем мы жизнь человеку или нет. Это от вас зависит. Вы милиция. Преступники вас видели. У них есть ваша фотография. Как вы думаете, зачем? Вот потому-то я и молчу, и буду молчать. Я слов своих этих отопрусь, если вы вздумаете приложить их к делу, поняли? Потому что сейчас я вам понадобился, и вы за 3-9 земель сюда прикатили. А когда получите свое, я один на один останусь с бандитами. И вы даже шагу не сделаете, чтобы меня защитить. Вот вы и высказались. Прекрасная речь. Яркая. Хорошо, так и напишем. Гражданин Вобликов от дачи показаний отказался. А за это его, между прочим, могут и к уголовной ответственности привлечь. Подпишите. Что, и подписать не хотите? Логично. Ну что ж, так и изобразим. Подписать протокол. Гражданин Вобликов отказался. Давайте вспомним, может быть, кто-нибудь из съемочной группы подходил к певцу на набережной? Наши? А мы же говорили, никто. Но эти двое ребят поглазели издалека, и все. Они даже с автографами не лезли. Сам я никогда не снимался, бог миловал. На съемочной площадке тоже не был. Но вот это монтажер Светлана Яковлевна, она была в тот день? Монтажеры на съемки не ездят никогда. И вообще, с этой группой снял уже десяток картин. К нашему кумиру на площадке подходили Барбара. Коля. Да-да-да, извините. Костюмерша Коржова Варвара Федоровна. Гример Лялька Степанова. Козлобородый. Осветитель. Толя Рюмин. Да-да, правильно. Оператор Николай Мартынов. И еще одна очень симпатичная сыроежка по имени Рита. Балагур ты, Коленька, у нас. Рита Скворцова. Да-да, Скворцова. Ну, вроде господа никого не забыл. Почему, Коля? Ты меня забыл, я тоже подходил. О, извини. Ну, а тебя, Лёшка, я специально отвожу подозрение. Понятно, понятно. Рита Скворцова, она кто по должности? Я же вас знакомил уже. Рита Скворцова. Она помощник режиссера. Кстати, подходить к Орешникову, это милой сыроежечке, было в этот момент совсем не обязательно. А ты знаешь, да? Кому нужно подходить, кому не нужно. Грибник. Она хорошая девушка. И Леня Орешников не в ее вкусе. Тебе видней. Хорошая. Хорошая девушка могла, ничего не подозревая, передать записку. Если бы Риту кто-нибудь попросил передать записку, я бы об этом знал. Ну, костюмеры, гримеры, ну, с ними понятно. Ну, с Ритой Скворцовой, я надеюсь, тоже. Остается Анатолий Рюмин, осветитель. Или некто Икс, о котором забыл упомянуть Николай. Минуточку, минуточку, что это за недоверие? Что это за недоверие к профессионалу? Расскажите поподробнее о Рюмине. Ну, а что Рюмин? Рюмин, он Рюмин и есть. Толя Рюмин работает на студии с незапамятных времен. По-моему, когда-то поступал в Мухинское. Не поступил. Подался в осветители. Так все эти годы в осветителях и сидит. Ну, а что? Я с ним говорил на эту тему. Он сказал, что работа его устраивает. Интересные знакомства, командировки, время свободное. Он женат? Женат, кажется. Развелся недавно. Развелся. А зарплата какая у осветителей? Да средняя зарплата у них. Какая средняя? Нормальная зарплата, побольше твоей будет. Больше? Да. Нормальная зарплата. По крайней мере, вон, Жигули тройку имеет. Какую тройку? У него пятерка у него. Ну, пятерку я знаю. Потом одевается прилично. Хвастал, что он девиц в тройку водит. Пятерку. Подкатывался к сыроежке, но получил отворот-поворот. Что говорит о ее хорошем, но не сходит. Ну, непонятно, понятно. У меня к вам просьба. В нашем разговоре... Да, блин. Не видел, не слышал, ничего никому не скажу. Александр Сергеевич, если хотите, я могу спросить у Риты насчет записки. Да я сам спрошу.
Фонд поддержания экономических реформ «Независимая экономика» приглашает всех желающих принять участие в работе открытой экономической консультации. В Ленинградской области создан первый культурный центр. Он будет работать в городе энергетиков в Сосновом Бору. А на эту информацию я хочу обратить внимание девушки и ее молодого человека, присутствовавших на съемках телефильма 28 сентября утром на набережной канала Грибоедова в районе Львиного мостика. Вас просят срочно позвонить по телефону 194-46-45. Повторю, 194-46-45. Продолжаем выпуск. Слушаю вас. Здравствуйте. Это телевидение? Слушаю, слушаю. Сейчас передавали объявление. Просили позвонить. Да, была такая просьба. Спасибо, что позвонили. Вы были в то утро на набережной? Да, были, конечно. Назовите, пожалуйста. Зина Шаврина, студентка Института культуры. Очень приятно. Зиночка, вы разговариваете с капитаном милиции Паниным. Вы знаете, я хочу назначить вам свидание. Свидание? Да. Хотелось бы задать вам несколько вопросов. Приезжайте, мы с мужем будем рады вам помочь. Хорошо. Ваш адрес. Да мы, собственно, там были недолго. Проходите. Да проходите. Нас оттуда поперли быстро. Меня вот что интересует. Что происходило до того момента, как Орешников поехал на... Точнее, с кем он разговаривал? Говорил там с одним высоким. Высокий, в джинсе весь. Он у них за главного, по-моему. Режиссер. Угу. Да. Он еще так что-то раздраженно говорил Орешникову. Тот еще его занудой назвал, да? Да. Потом там был такой с бородой, тоже в светлой куртке. Вот он передал Орешникову какую-то штучку. А Лене еще мерси Баку сказал, и так ручкой... Ну-ка, штучку. Да. Какую штучку? Большую, маленькую? Записка, может? Нет, не записку. Такую маленькую штучку. Во всяком случае, не конверт. Он еще плащ так отогнул и в карманчик положил. А этот, который веселый, он сказал что-то при этом? А мы далеко стояли, я не расслышала. Далеко стояли. Записку передала какая-то девушка. Да, так-то. Шатенка такая, с длинными волосами. Точно записку вы хорошо видели? Да, конечно. И Орешников прочитал ее? Да, читал. Да, читал, скомкал и выбросил. Хорошо. С кем он еще разговаривал? С толстым таким, в коричневой куртке длинной. Оператор. Может, да, оператор. Да, чего-то они еще смеялись, все, особенно вот этот, который у них по свету главный. Ты что ты мне суешь? Ну хорошо, что я с этим должен делать? Ты понимаешь, что происходит? Ведь приходит бригада, никого нету. Все ко мне. Это же на моей шее все. Че ты молчишь? Ну? Вот ты разберись с этим. Кто с утра работает, кто во вторую смену. Я больше этим заниматься не буду. Поняла? Анатолий Станиславович? Да. Здрасте. Здрасте. Побеседовать можно с вами? Даже нужно. Хорошо бы с рюмкой водки. Не женщина, а фабрика стрессов. Кто вы такой? Капитан Панин. Из уголовного розыска. А, не надо, Ксиву не надо. Ну что ты встал-то? Иди, иди отсюда. Ну и где будем проводить пресс-конференцию? Вам виднее, вы здесь хозяин. Давайте здесь. Ну пошли туда, в регулятор, ну что ли, посидеть. Я знал, что рано или поздно ко мне придут. Спросите о моем друге. Удивительно, что приходит поздно. Не странно ли? Сначала расспрашивают всех, с кем он работал, сослуживцев в некотором роде, а уж потом друзей. Удивительно, да? Ну, чё вы? Молчите-то, я тут соловьём разливаюсь, а вы словно воды в рот набрали. Вспомните то утро, когда пропал Орешников. А чё вспоминать? Вы спрашиваете, я скажу. Что вы передали Орешникову перед началом съемки третьего дубля? Все? Съемки-то не было. Лень, ты чё? А потом что вы взяли, что я передал? Может, это он мне передал? Анатолий Станиславович. Ну, хорошо, хорошо. Режиссура ваша. Оп. Спасибо. Любите? Леня Орешников. Страсть, как любил карамельку. Вот я ему тогда и передал на набережную. Ну что, не поверили? Не, поверил. Кто?
кто бы меня подкармливал карамелькой. А с каким настроением ваш друг ходил в последнее время? Ну, такой смурной. Боялся, что будут бомбить. Чего так? Ему угрожали. Так вам же Инка Печатников рассказывал. Ну, мне Инка, а вам? Сам Леня или тоже Печатникова? Нет, ну, этого секрета мой друг Орешников мне не доверил. У Толи Рюмина интуиция. Вот сыщику с такой интуицией цены бы не было. Ну, так переходите к нам. Да. Только меня в милиции не хватало. Вот была бы сенсация. Вы знакомы с братом Орешникова? С Петушком, конечно, знаком. Нет, я о бабке не говорю. Ну, и я о нем тоже. Прозвище у него такое, Петушок. Сам же Леня наградил. Интересно. Чего так? Какой из Володьки певец-то? Тоже верно. Хотя дача, как да. Бывали, понравилась. Уютный домик такой. Но хиловат по нынешним временам. Толя, а ты-то чего в святителях засиделся? Ну ты капитан, не люблю служить. А меня здесь не очень прижимают. И для капусты имею небольшой бизнес. Пишу хорошим людям фильмы, музыку. Но все в пределах закона, все нормально. Хорошо, спасибо. Так не за что. Кстати, среди твоих знакомых нет человека по фамилии или прозвищу Сурик? Слышал. Про Сурика. Тоже от Инки. Ну что, если бы я знал, что я скрывать стал бы, ну тут же к вам бы рванул. Ведь я не люблю ментов. Не обижайся. Может, шепелявый? Какой? А шепелявый тебе зачем? А, ну ты крутой. Ну ты смотри, догадался, а? Значит, не Сурик, а Шурик. Нет, таких нету. Так если что, звони. Так, пока. Отстучу. Спасибо за конфету. Так не за что. Мить, а? Покажи-ка мне свои знаменитые таблицы. Чего это они тебя так заинтересовали? У Орешникова тоже Витик пропал. Орешников? Ага. Нет, ошибочка вышла. У меня в моих таблицах Орешников не значится. Ты проверь, проверь. И на старуху бывает проруха. Что проверять-то? Ну вот. Да. Да ладно, не нервничай. Орешников милицию не заявлял. Не трогай, это не то. А чего тебя заинтересовали эти люди? Митя, как ты думаешь, почему... Почему среди потерпевших так много людей искусства? Ну, бывают за границей, имеют возможность привезти аппаратуру. Администратор театра. Большинство краж у творческих работников глухари, но не подкопаешься. Правильно? Так. То есть можно предположить, что есть некто, обладающий полной информацией об этих людях. О том, кто и когда привозит эти вещи из-за границы или покупает их здесь. О том, кого и когда можно застать дома. Или о том, кто из них отсутствует дома, то есть бывает на гастролях или занят на спектакле. Ну хорошо, допустим, у тебя есть идеи? Ну давай, колись, колись, сейчас хорошие идеи дорого стоят. Сейчас дорого стоят только шмутки, а идеи... Нужны снимки трех автомобилей. Кому нужны? Нам с тобой, Митя. А то эта идея так и останется. Иди сюда, иди сюда. Ах, давай, владельцы машин, фамилии, имена, адреса. Да. Ого, расстояница. А если машина в гараже? Мить, это первая сложность в твоей жизни. Ты. Ой, здрасте. Здравствуйте. Вы Льва Андреевича ждете?
Нет, я жду вас. Меня? Какую записку вы передали Леониду Орешникову во время последней съемки на набережной? Вы вопрос мой поняли? Я передала ему записку с просьбой о свидании и с номером моего телефона. Только, пожалуйста, прошу вас, капитан, не говорите никому на студии. Очень прошу вас, не говорите. Хорошо. Всего доброго. Здесь на обороте фотографии написано имя владельца. Молодец. Вот. Так, 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 так. Так. Может, ты теперь объяснишь мне толком, зачем мы с фотографом гоняли по городу? Вот эти «Жигули» сфотографированы в тот день, в том месте, где пропал Орешников. Среди твоих фотографий их нет. Осечка. Ну, а видики-то здесь при чем? Нам с тобой известно, что незадолго до того, как Орешников исчез, у него увели видеоаппаратуру. Ну? А он милицию не заявлял. Ну, известно, известно. А что дальше? Не раздувай ноздри, объясняю. Среди близких Орешникова людей есть мать. Ну? Двоюродный братец. Тоже певец. Ну? Но безголосый, ну? Любимая женщина. И еще один человек его хорошо знал, такой некто Курносов из театра «Орликинов». Вот, кстати, его авто. Курносов, Вилен. Ну, а видите-то мои при чем? Как при чем? При том, что теоретически каждый из этих людей, ну, исключая маму, конечно, мог знать все о твоих потерпевших творцах. Как то сигнализация, когда кто приезжает. Ну, ты понял разговор. Ну, допустим, ну, хорошо, допустим, это интересно. Последняя кража. У фокусника. Произошла неподалеку и почти в то же самое время, когда велись съемки. Ну. То есть Орешников во время, ну, перед третьим дублем, заехав за угол, мог столкнуться с теми людьми, которых он хорошо знал. Но машины-то на снимках не те. Сам же ты говорил, брат в это время был на гастролях, Рюмин на съемках, ну, на этих же съемках. Правильно, правильно. Как раз Рюмин-то и пошел проверять, куда запропастился Орешников. Ему на встречу попался какой-то мужик, который потом режиссеру сказал, что на набережной валяется велосипед. Когда вернулся Рюмин, он сказал, что там ничего нет. А я, между прочим, этот велик выловил из канала в том же самом месте. А где ты нашел машину Рюмина? На Глухоозерской улице. Частичка, не приведи Господь. Чай кончился. Попробуй, знаешь что? Попробуй отработать все связи Рюмина с твоими потерпевшими. Нет уж, свои версии теперь проверяй сам. Зря, между прочим, отказываешься. Ведь Толя Рюмин не только хорошо знает работников искусств, он еще записывает им видеофильмы. Есть успехи? Ноль. Светлана Яковлевна живет одна, без мужа. На службе они называются хорошо. Имеет сынок 12 лет. Все свободное время посвящает сыну и Владимиру Алексеевичу Бабкину. А вы откуда знаете? Уже рассказываю. Да. С момента возвращения Бабкина с гастролей встречалась с ним дважды. Один раз на коротке. У студии. Да. А в другой раз ездил к нему на дачу, на субботу. Ну вот. А говоришь, успехов нет. Всегда даю возможность оценить мои успехи, начальство. Женя, будь моя воля, произвел бы тебя в лейтенанты. Пойдем. Приемная Анатолия Станиславовича Рюмина. И большая у него приемная? Очень. Мой музыкальный слух подсказывает, что звонят из милиции. Ваш музыкальный слух вас не подвел. Толя, ты не мог бы подъехать на несколько минут на Литейной? Зряшный вопрос. Если не приеду, силой приведете. Так вот ведь? Именно. Пропуск будет на проходной. Ладно, сейчас буду. Женя, бери свой чемодан. Иду вниз. У нашего друга, что сейчас подъедет, красные «Жигули». Пятерка. К-91-56-ЛД.
Как только он войдет в здание, сними пальчики. Хорошо? Сделай по-быстрому. Только снимай снаружи, внутрь лезть не надо. Нас прокурор зануда замучает потом. Капитан, капитан, так организуй бы здесь чай. Пальчиков будет сколько хочешь. Да можно, но если он в этом деле завязан, не один же он работает. Ну, давай. Издалека едет? С Васильевского. Через несколько минут будет здесь. Разрешите? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ капитан, здрасте. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Да, мрачновато у вас здесь. И снаружи, и внутри. Ну, так-так. Требуется ваш острый, профессиональный, орлиный взгляд. Посмотрите. Оценили мои способности, да? Хотите заполучить в тайные агенты? Не выйдет. Не выйдет. О! Ну, с этим типом мы, кажется, встречались. Так, если принять во внимание, что вы занимаетесь делом моего друга Лёни Орешникова, то с этим типом мы столкнулись лицом к лицу на съемке. Точно. Спасибо. Спасибо. Вы нам здорово помогли. За это у нас принято угощать хорошим... коньяком. Чаем. На коньяк милицейской зарплаты не хватает. А чаек отличный. Я без сахара пью, ничего? Да пейте, пейте. Так. Прошу вас. Спасибо. Анатолий, а вы хорошо знакомы со Светланой Яковлевной? Монтажером с телевидения. А что значит хорошо? Если вы имеете в виду любовную связь, то Светка не в моем вкусе. А про ее вкусы что вы можете сказать? Товарищ милиционер, хотите сделать из меня бесплатного осведомителя? Не выйдет, не выйдет. Ну почему бесплатного? А чай? Ну тут без сахара же. Начальство достает. Да нет, при чем здесь начальство? Общественность покой не дает. А я-то думал, вы занимаете сердце. А Светка валандается с петушком. У нее вкус плохой. Какой чудной тип. Где же вы его разыскали-то? Это целая эпопея. Я вам как-нибудь на днях поподробнее расскажу. Слушаю. Александр Сергеевич, дело сделано. Так точно, товарищ генерал. Хорошо, сейчас отпущу посетителей и подойду. Начальство призывает. На цирлах, не на цирлах. Голосок-то елейный стал, а? Генерал больно строгий. Ну, понятно. Да, я слушаю. Это Панин? Да. Говорите. Это Панин, большой мастер совать нос в чужие семейные дела. А когда нужна его помощь, Валь, его нет на службе. Минутку. Минутку. Отойди, не мешай. Я советую вам сменить тон и назваться. Сменить тон? Чу-чукать с вами, что ли? Жену шантажируют бандиты, а я должен с вами расшаркиваться. Режиссер Данилкин. Так, вообще, можете сказать спокойно, что случилось? Что случилось? Позвонили Татьяне в театр. Сказали, что в ее руках жизнь этого идиота Орешникова. Потребовали привезти драгоценности. Какие к черту у нее драгоценности? Когда? Когда она должна привезти? Сейчас, сейчас. Она поехала домой взять свои цацки, золотые сережки и колечко.
Жена на машине? Моя машина сломалась. Мой помреж взялся подвезти. Курносов? Да. Татьяну предупредили, чтобы была одна. Помреж довезет только до дома. Так, куда она должна приехать? Глухозерская, 5, квартира 17. Вы кому-нибудь еще звонили? Ну, кому я мог позвонить? Они сказали, позвонишь ментам, и тебя порешим, и певца. И сказали, что в милиции у них есть свои люди. Вы не из дома звоните? Да нет, конечно, из автомата. Хорошо. Жду, когда Татьяна из дома выйдет. Вот, вот, идет, кстати. Отлично. Задержите ее во что бы то ни стало. Чтобы я на Глухозерской никого, кроме нее, не видел. Понятно? Понятно? Володя, живо в машину! Что случилось? Садись, там разберемся. Тогда вызови свое начальство, пусть они свяжутся с РУВД. Да нет, прямо с городом. И скажут вот что. Похитители певца потребовали, чтобы Данилкина привезла драгоценность на Глухозерскую, дом 5. Глухозерская, 5. Сейчас она в пути. Я попробую перехватить ее по дороге. И поеду с ней. Главное, надо взять дом под контроль. Это главное. Понял? Ты понял? Свяжись. Буран, Буран, срочное сообщение. Ответьте седьмому. Буран, Буран. Ответьте седьмому. Буран, Буран. Ну что, другой дороги туда нет. И раньше нас она проехать не могла. Будем ждать здесь. Ну, показывай. Кого тормознут? Дай-ка сюда рацию. Что еще? Что такое? Аккумулятор сел. Стоишь без дела, работает как часы. Оглохнуть можно. Что же? А как приспичит, так... Надо ловить кого-то другого. Скорую помощь или... Или такси. Такси с рацией. Ну-ка, посмотри. Кто там? Черт, что этому придурку надо? Здравствуйте. Инспектор Узлов. У нас к вам дело. Рация не работает. Хотим воспользоваться вашей. Аккумулятор сел. В самый неподходящий момент. Нет, инспектор, не помогу. А что такое? Да у меня тоже не фурично. Напарник вчера сломал. Сурик, зови! Thank you.
Снимаем с него куртку. Да опусти ты руку. Давай. Скорую вызывай. Что, вы согласны ехать дальше? Тогда куда вы ее везете? Я поеду с вами. В такси. Это мое право. Заткнитесь вы. Зачем вы на них напали? Что теперь будет с Леней? Дурацкий случай. Они услышали выстрелы и убьют. Я думаю, не услышали. Тут довольно далеко. Вот что. Когда вас спросят, как вы туда попали, скажите, остановилось такси. Какой-то бородатый назвал вас по имени и позвал машину. Сказал, что он приятель Орешникова и что зовут его Толик. Объяснили? А он действительно знает Лёню? Самое главное, скажите, что Толик сейчас подойдет. Что Толик сейчас поднимется, понятно? Понятно. Да не волнуйтесь. Через 5 минут дом должен быть окружен. Одного я не могу понять. Что они позарились на ваши драгоценности? Ваш муж сказал, что им красная цена не больше 3000. Муж не все знает. Это Ленин подарок. Яна, где Толик? Артистка галуши принесла. Вякнешь? Замочу. Стоять! Рука! К земле! Вот так! Голову, голову держи! Сумки! Сотри его пасть, Витя. Вставай. Взяли, Витя. Ножками. Пошел, пошел. Вы вызывали актрису. Тихо ты. 17. Что, Судик? Молчит. Твой друг его здорово зацепил. Пошли.
Кого, кого? Здорово. Вы кто? Я из Рео. А ты кто? Я здесь живу. Кто еще в квартире? Сосед. Час назад со службы вернулся. Больше никого? Пусто. Кто здесь, кроме нас, жить согласится? Десять минут назад тоже ходил в квартиру? Никто. А что случилось? Телефон есть? Да ну, какой телефон? Пойдем посмотрим, что за сосед. Пожалуйста. Вот его дверь. Ладно. А что случилось? Ну что? Пусто. А где же Данилкина? Мить, планировка квартиры. Внизу под этой, на четвертом этаже. А ведь такая же. Ну что? Ты куда? Держи 17. Ага. Я любопытен. Откройте, я из милиции. Откройте, откройте. Здравствуйте. А в чем дело? Да не волнуйтесь, мне просто нужно осмотреть вашу квартиру. Осматривайте, квартира как квартира. Слава богу, переезжаем скоро. Это кухня. Интересно. Так, а сюда можно? Да заходите. Что такое? Куда вы?
ты любопытный, капитан. На чью пялишься? Ты что так орал? Да ну тебя. Пошел. Ласкали, погладили тебя от души. Гадко, не распускайся. Надо было тебе, Лень, сразу к нам обращаться, как аппаратуру вели. Хотя, ты из-за брат, понятно. Да украли не только видео, но и коллекцию брелков, она мне дороже любого видео. 2000 штук. А в машине убраться я нашел один свой брелок. Ну, думаю, петушок, кому ты свой шарабан отдавал? Ну, решил разобраться сам. Не в милицию же на брата. Значит, он и я... О побрякушках знал? Ну, о драгоценностях? Знал. Иначе бы они меня живым не выпустили. Черт меня дернул на третьем дубле за угол завернуть. Хотел Левушку Максимова позлить. Ну и напоролся на свой бывший «Жигуль». Думаю, что за чертовщина? Брат на гастролях. А тачка сама по городу разъезжает. Классный у вас кипарик, гражданин начальник. Вот бы всем милиционерам такие. Издалека бы видно было. Подарите, а? Как вы познакомились со святителем Рюминым? Что? Как вы познакомились со святителем Рюминым? Меня познакомил с ним мой брат. С какой целью? Без всякой цели, просто познакомил и все. Приехал с ним один раз на дачу. И вы подружились? Нет. Вы говорите неправду. Свидетели утверждают, что ваша дружба длилась в течение 3 лет, вплоть до самой смерти Рюмина. Да. Мы поддерживали знакомство, но дружеских отношений у меня с ним не было. Это вы сказали Рюмину, что ваш брат купил видеоаппаратуру?
и подарил своей приятельнице, актрисе Данилкиной, драгоценный гарнитур. Каким образом машина, принадлежавшая вашему брату, оказалась в тот день на канале? Да я-то откуда знаю? В это время меня в городе не было. Для чего просили вашего брата оформить доверенность на имя водителя Яковлева по кличке Сурик? Ну, Яковлев помогал мне ремонтировать машину. Кроме того, я часто бываю на гастролях, машина остается без присмотра. Вот. Кому принадлежала идея похищения Орешникова? Да я-то откуда знаю? Ну, думаю, что когда он неожиданно выскочил на велосипеде из-за угла и узнал машину, свою машину. Ребята действовали по обстоятельствам, так сказать, спонтанно. Вот. Быстро сообразили. Да, они такие. Вы знали о том, что они собираются ограбить квартиру вашего брата? Арестованные показали, что вы просили Рюмина похитить из квартиры Орешников видеотехнику. Это ложь. Ложь. Ключи от квартиры Орешникова изготовлены по оригиналу, переданному вами. Да никто его не собирался грабить. Просто решили припугнуть, чтобы он не слишком зарывался. Все равно собирались все это вернуть через неделю. Я же сам в милицию позвонил, что техника у меня на даче. А другие арестованные показывают, что видеомагнитофон и телевизор решили не продавать, потому что после похищения Орешникова это стало опасным. А вы позвонили, потому что испугались. Гражданин Бабкин, вы знали, что вашего брата Леонида Орешникова собираются убить? Нет, не знал. Знали, знали. В подвале дома, где его прятали, была вырыта могила. Для Орешниковой Данилкиной. Гражданин Бабкин, повторяю свой вопрос. Вы знали, что вашего брата Леонида Орешникова собираются убить после того, как Данилкина привезет драгоценности? Извините, а это возможно посмотреть? Уютно тут у вас. Алло? Наташа? Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, я вас узнала. Тише, пожалуйста, ребят. Алло, я слышу, говорите. Сделайте потише музыку. Саша, говорите, я слушаю. Ну, не молчи, пожалуйста. Ну, сколько можно? Ну, алло, алло. Алло, Саша. Спокойной ночи. Спасибо.